Знакомьтесь, мистер Белый Кит. Такого каждый день не увидишь, не услышишь пение кита и не испытаешь восторга от игр дельфинов. В Шымкент с концертной программой приехал московский дельфинарий. В дружной команде два дельфина, белый кит и морской котик. В начале представления млекопитающий здоровается со зрителями. Семья Карпенко пришла на выступление в полном составе. Радости и восхищения дети не скрывают, особенно когда в бассейне выступает дельфин по кличке Аиша с коронным номером «Лунная походка». А это морской котик, который сразу покорил сердца зрителей феерично исполненным русским народным танцем. Опытные дрессировщики уверяют, что работать с дельфинами очень легко, но главное, нужно их понимать. В паре с дельфинами выступает дрессировщик Игорь. Здесь я провожу большую часть своей жизни. Иногда работаю без выходных, просто потому что мне это нравится. Я получаю удовольствие от того, что делаю. Мы вложим все силы в то, чтобы понравилось. Ну, я думаю, уже посмотрели, уже отзывы какие-то есть, поэтому все услышат, знают. Цены билетов у нас от 2000 тенге, поэтому вполне доступны. Общение с дельфинами – это незабываемое впечатление, которое запомнится на всю жизнь. Окунуться в ауру морской жизни, сфотографироваться и даже поплавать с дельфинами теперь можно и в Шымкенте. Дельфинарий ждет своих гостей на территории центрального стадиона имени Хаджимукана. Телефон для справок 61 21 86 61 21 96.